Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и какая же сегодня очаровательная погода в Star Stable Online. Хотя, в принципе, она всегда тут такая, и иногда даже не хватает дождика, но тем не менее, сегодня я очень сильно рада, что в ССО светит солнышко, дует нежный теплый ветер, и я катаюсь на своих любимых лошадках, ну а также я приехала, чтобы купить нового араба в свою коллекцию. До сих пор удивляюсь со своего желания скупить их всех, а ведь, ребята, я уже купила 3 арабов. 3. Это, по-моему, единственный раз, когда я после выхода какой-либо лошади скупила почти 3 масти разом. Ну, почти разом, с разницей там несколько недель, но подряд, бесперерывно. Я в шоке. Итак, значит, у нас есть светло-серая, есть вот такой вот шоколадненький, есть вот такая вот соловая. И у нас осталось еще 4 араба для покупки. Ну, вороной пусть пока стоит себе в Фортпинто, он до сих пор стоит. А мы будем решать, кого же мы купим сегодня. Да, ребята, я не знаю, кого я хотела покупать. Я помню, что у меня была какая-то схема, что я купила вначале бежевую, потом взяла гнедую вместо серой, потому что, чтобы как-то их чередовать. Так, следовательно, по моей логике, сегодня мы должны взять какую-то темную лошадку. Вот, и я думаю, кого? На самом деле, уж очень я сильно хочу взять вот этого красавца. Но каждый раз, когда я вижу у кого-то вот эту милую очаровашку, мне становится завидно. Поэтому я думаю, с помощью кнопки Е мы будем пользоваться кнопкой Е, мы будем учиться пользоваться кнопкой Е, мы будем покупать вот эту очаровашку. Так, а кто ты у нас? Ну, то, что покупаем, это без вопросов. Да, 4 араб будет. Кошмар, Даша. Зачем тебе столько арабов? Зачем? А, потому что они красивые, мне жутко нравится их моделька, анимация и масти. Поэтому без вопросов всяких, без комментариев, просто беру и покупаю, пока есть возможность. Да. Вот, хотя я хотела старых купить. Ребята, как по вашему мнению, кто это? Кобылка, жеребец? Я не понимаю. Существо, ты кто? Потому что вот гнедой и серый у меня точно будут жеребцами. А ты-то кто? Потому что у меня как-то слишком очевидно. У меня обычно светлые лошади это девочки, а гнедые мальчики. Чаще всего. Да, надо подумать. Может, ты будешь мальчиком какой-нибудь? Загадочная тьма. Темная лошадка. Нет, нет, нет. Ты не будешь загадочной тьмой. И да, почему я, кстати, сейчас при возможности и даже не забывая о том, что есть возможность называть лошадей на английскими именами, я захожу сейчас и покупаю их на русском переводе сервака. Потому что добавили очень много имен. И мне интересно, какие словосочетания можно сейчас придумать. Вот быстроногая. Быстрая. Но быстроногая. А хотя, в принципе, быстроногая, у тебя ножки выделены белыми гольфиками. Акация. Кто-нибудь помнит, как выглядит акация? Одну минуточку. Я действительно хочу проверить и вспомнить, как выглядит акация. Знаете, я, пожалуй, не против назвать эту лошадь акация, потому что когда цветки акации распускаются в свою полную силу, основание цветов становится вот таким коричневым, а сами цветы белые. Поэтому, в принципе, я не против. Я вроде бы акацию нажимала. Акация. Быстрая акация, быстроногая акация. Не, как-то нет. Ванильная акация. Нет, ты не ванильная. Веселая, верная. Веснушчатая. Веснушчатая, это, кстати, аполузу можно будет так назвать. Вечная акация. Воздушная акация. Восточная. Все... Видите, сколько имен добавили. Гибкая акация. Даже как-то глазастая акация. Классно, прям такие русские. Идеальные просто. Имена гнедая. Голосистая.
Глазистая акация. Это я сразу представляю, как она стоит у меня в доньяке и просто без конца ржет, издает всякие звуки и признаки того, что ей, она возмущена и ей что-то да не нравится. Голосистая акация. Знаете, а вот не знаю почему, но мне нравится. Вот просто потому, что это смешное имя, оно кричаще о том, что это лошадь голосистая. Что она своенравная, хотя я не хочу давать ей такой характер, но почему бы и нет? Тем более, что если мне совсем уж не понравится имя, я когда-нибудь смогу ее переименовать. Хотя, кстати, я еще ни одну лошадь, по-моему, ни разу не переименовывала. Итак, мы покупаем лошадь, кобылу, голосистая акация. Твоя новая красивая лошадь перевозится в твою домашнюю конюшню. Ты найдешь ее в своей конюшне. Удачи тебе с твоей новой лошадкой. Замечательно. Да, я бы хотела вообще скупить сейчас всех арабов сразу, но вы помните мою логику. Удачи тебе с твоей новой лошадью. Вот что меня раздражает. Я нажимаю на Е. Во-первых, да, вот нужно еще поймать, чтобы нажать. И нету кнопки сесть на лошадь. Нужно нажать на эту кнопку. То есть я-то надеялась, что все, мы подходим к лошади, нажимаем на букву Е, и мы садимся на нее сразу, а не нам не открывается весь этот гигантский список. Итак, вот мы и приехали, где же наша прелесть? Ага, вот, я даже под нее, я же ей место даже освободила. Ну, не ей именно, а до этого. И вот мне интересно, я правильно поняла? Да, похоже, у нас идет неделя счастливых лошадей, потому что у всех моих лошадок резко повысилось настроение, и я даже не поняла, почему. А еще я не поняла, где это написано. Может быть, я просто не дочитала, что-то не увидела и не доглядела. Так, Так, у меня получается только на одной лошадке арабская уздечка. Я вот думаю, купить на всех остальных уздечки или нет. Ну, 90 СК за уздечку. И есть ли смысл брать белую вот эту уздечку? Ну, ладно, пока транжириться не буду. Вот, пока просто подойду и сяду на эту красавицу. Здравствуй, голосистая акация. Хотя, знаете, нет, вот сейчас я вижу в ней какой-то вредный характер. Так, давай мы тебя оседлаем. Блаженство. Мне нравится. Ребята, как вы относитесь к арабам? Мне они начали нравиться. Новые модельки, я их обожаю. Старые мне как-то, ну, такое. А в реальности, кстати, я вообще не люблю арабов. Кого угодно я могу терпеть, но не арабов. Я не говорю, что они плохие, просто мне не нравятся они в жизни. Итак, теперь, кстати, везде выскакивает эта буква Е, но если что и вам это не нравится, то, пожалуйста, идите в настройки и отключайте это. Так, ага. Может, у тебя действительно радужный комплект одеть? Что-то я так подумала. Я не против. Нагавки только надо найти. У меня были радужные нагавки? А вот они. Радужный комплект готов у голосистой акации. Надо осталось только себя надеть. Сейчас что-нибудь найдем. Так, ребята, чтобы вы не шугались того, что на мне одето. Я просто сделаю вот так вот. Я избавлюсь от вот этих подков. Я решила, что я буду выкидывать теперь старые подковы, и что они мне не нужны. Также сейчас я одену хорошие подковы и встретимся уже на улице. Нет, я не живу в этом дремучем лесу, но я приехала сюда, чтобы показать вам, как я приодела своего персонажа и эту лошадку. Я никак не думала, что я на самом деле сделаю радужный не только комплект на лошадь, но и на себя, и даже прическу поменяла с макияжем. Просто посмотрите, мне кажется, это классный комплект. Просто образ получился, такой радужный эльф. А еще и учитывая то, что скоро у нас будет радужные гонки, радужное королевство, мне кажется, прям то, что нужно, то, что нужно. Солнечная погодка, по крайней мере, у меня здесь. Хорошее настроение, новая лошадка и просто море-море счастья. Благодаря всему этому комбо.
Вот. Я надеюсь, вам понравилась эта покупка. Я надеюсь, вам понравился образ, в котором я пребываю в данный момент. И что это прям вот классно. Мне нравится очень-очень сильно. Так что, да. Поздравляю саму себя с очередной покупкой арабской лошадки. Не последней. У нас осталось еще 3 лошади. Гнедая, Серая в яблоко и Вороная. Ну и также мы... Насколько я помню, ждем еще одну неизвестную мастер-раба, ну точнее известную, но я не помню ее, мастер-раба, которая должна появиться в приложении. И да, кстати, по поводу приложения, в следующем видео будет о том, где я была, это будет очень долгое видео по всем предыдущим обновлениям, в которых я не участвовала, и там я как раз еще и упомяну приложение, если не забуду. Да, а вот на этом... Видео, пожалуй, мы и заканчиваем. Я очень рада. Спасибо, спасибо, что вы со мной, что вы смотрите меня, что... Ой, что я могу делиться с вами такими маленькими радостями, такими приятными мелочами, которые просто заставляют душу сиять и улыбаться, как будто на улице всегда радуга. Так что не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Радуги вам на облаках.